Разберем химические свойства циклопарафинов. Циклопарафины, как и алканы, насыщены водородными атомами и поэтому обладают теми же свойствами, что и алканы. Но в отличие от алканов, они вступают в реакции присоединения за счет разрыва цикла. Например, гидрирование или присоединение водорода. Возьмем, например, циклопентан. Присоединяет водород при температуре 350 градусов и катализаторе платине, и у нас получается пентан. Вторая реакция – реакция замещения на галогены, или она называется галогенирование. Если мы возьмем циклогексан и присоединяем хлор, то при температуре один водород замещается на хлор, и получается H-хлор и монохлор-циклогексан. Реакция дегидрирования, деотщепление водорода. Если мы возьмем циклогексан при температуре 350 градусов Цельсия и катализаторе платине и отнимем по водороду, получается у нас бензол. Возникает три двойных связи и три водорода. Но реакция это обратимая, что показано на стрелочках. Генетическая связь циклопарафинов. Алканы могут превращаться в циклопарафины. Это обратимая реакция. И также могут превращаться в дигалогенопроизводные. Они превращаться могут в циклопарафины. И циклопарафины могут превращаться в ароматические углеводороды. Эта реакция тоже обратимая. Теперь посмотрим это на формулах. C6H14-гексан превращается в циклогексан. И также превращается в 1,6-гексан. Дихлоргексан. Дальше циклогексан может превратиться в бензол. Здесь в кольце появляются три двойных связи.